Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Eurofastps Club, где вход у нас 1 евро. И мне пришла первая выплата 0,25 евроцентов. Как я уже говорила ранее, денежка в кабинете не задерживается, она идет автоматически прямо на Pair кошелек. Переходим на Pair кошелек, 19 мая. Перевод выполнен. Pair у нас берет комиссию 0,23 евроцента. Доход с проекта Eurofastps Club за первый шаг. Это ко мне пришел один партнер. Давайте перейдем в шаги. Шаг первый я активировала за 1 евро. Так, первый шаг. Вот ко мне пришел один человек, партнер. И вот 0,25 евроцентов я получила. Когда придет 3 человека ко мне, 3 партнера, я получу 2 евро 70. 5 евроцентов. Плюс у меня будет реинвест опять в первый шаг сюда же. И плюс автопереход во второй шаг. Так, значит, давайте посмотрим. Здесь можно все посмотреть. Работает 6 дней. Вот выплачено уже идут первые выплаты. Народ подтягивается. 100% сеть. 25% реферальные начисления. Если вы рифовод успешный, то можете просто зарабатывать на рефералах без вложений. Здесь вот на зеленую вкладочку нажать, узнать о Eurofastps Club. Значит, здесь что у нас? Каждый из 10 шагов имеет 3 партнера в первой линии и 9 партнеров во второй линии. Здесь вот таблица. Все подробно расписано. И линии могут закрываться у нас личными приглашениями, переливом от спонсоров, переливом от системы и переливом от личных приглашений. Также здесь все подробно расписано. После заполнения второй линии в течение нескольких минут закрывается шаг, и вы получаете перевод на свой Pair кошелек. Сумма зависит от следующего шага. Так, происходит реинвест, и у вас появляется новое место в глобальной структуре. Происходит переход в следующий шаг, если он ранее не был активирован. И здесь вот таблица. Здесь за первый шаг, вот вход первый 1 евро, вот я получила 0,25 евроцентов. Когда у меня закроется первый шаг, я получу 2,75 и перейду во второй шаг. Так, это все можно изучить. Все шаги имеют одинаковую структуру и условия. Шаги можно активировать в любом количестве, но строго по очереди. Как бы первый шаг, второй шаг, перескакивать уже с первого на третий шаг нельзя. Или третий сначала шаг активировать, а потом уже первый тоже так нельзя. Так. Каждая первая активация шага или автопереход становится в структуру спонсора при условии, что он находится в этом шаге. Каждый реинвест попадает в глобальную структуру, не к админу, и продвигает остальных участников проекта, которые также на реинвесте попадут в общую структуру. Вам не нужно заполнять всех своих партнеров, чтобы закрыть реинвест. При реинвесте у вас приобретается автоматически новая позиция в том же шаге. Выплаты автоматически попадают на ваш Pair кошелек после закрытия. Ограничения по прибыли отсутствуют. Вы можете закрывать один и тот же шаг неограниченное количество раз. Это у меня вот так происходило в рублевом проекте. Вот за 8 рублей я там очень хорошо заработала. За активацию личного партнера спонсор моментально получает 25% от суммы активации шага.
шага. При реинвесте вознаграждение повторяется. Автопереход считается активацией, и спонсор также получает свое вознаграждение. Спонсор получает свое вознаграждение за любой из шагов, даже не имея его в своем личном кабинете. Участие в реферальной программе возможно без активации шага. Вы можете не активировать за 1 евро первый шаг, но приглашать и тем самым зарабатывать реферальные начисления. Средства по реферальной программе, так же как и по маркетинг-плану, отправляются моментально на Pair кошелек, который мы указываем после регистрации. Вот. Вот такой вот проект. Я довольна проектом. Я и в рублевом работаю, и в евро я, естественно, с удовольствием зашла. Кому интересно, друзья, присоединяемся. Как я уже сказала, денежка в кабинете, здесь вот баланс по нулям. У меня только появился на балансе 1 евро, когда я делала, пополняла. Потом уже делала активацию первого шага. И все. Остальные денежные средства идут прямо на Pair кошелек. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!